Ну что, вот он и наступил, 2022 год. Не знаю, как у кого, у меня на него очень много надежд. Я надеюсь, что они сбудутся. Я думаю, что мои надежды совпадают с надеждами очень многих, не только моих знакомых, друзей, но очень многих незнакомых людей. Я думаю, что ваши надежды примерно такие же, как и мои. Я очень надеюсь, что в этом году наконец-то нам повезет больше, чем в прошлом. Если честно, то у меня возникли такие ассоциации. 2020 год нас очень напугал. В 2021 году мы очень надеялись, что все наконец вернется в прежнее русло. А в 2022 у меня такое впечатление, что всем уже все равно, все уже просто опустили руки и плывут по течению и ждут, что просто это кончится каким-то образом необыкновенным, невероятным, но каким-то образом закончится, и мы наконец-то вернемся в нашу прошлую прекрасную жизнь. Кстати, в конце этого видео я покажу, в чем я, собственно, таки отправилась на встречу Нового года. Если вам интересно, то смотрите обязательно до конца. А в принципе-то вот как бы первые числа 22 года. Мы наелись оливье и селедки под шубой, отдыхаем дома. Посмотрели сегодня «Иронию судьбы» или «С легким паром» в 1500 миллион первый раз. С великим удовольствием, точно так же, как все предыдущие миллион раз. Этот фильм, который никогда не надоест и который никогда не стареет и остается абсолютно актуальным на протяжении стольких лет. Я, кстати, посмотрела, он был снят в 76 году. Вы представляете, это невозможно поверить, но он был действительно снят в 76 году, и до сих пор он продолжает нас радовать и доставлять нам удовольствие. Вот что значит настоящее искусство. Я надеюсь, что встретили вы свой Новый год точно так же весело, как встретили его мы. Мы действительно встретили его очень весело. Было очень много еды, было очень много питья. Мы, конечно, все это не смогли съесть, то, что было на столе. И, как всегда, каждый год практически хозяйка дома, где мы встречаем Новый год, каждому гостю потом пакует целую такую, знаете, упаковку коробок с остатками торта, с остатками еды, остатки рыбы, остатки мяса. И мы потом еще 2-3 дня доедаем все, что мы не успели съесть в новогоднюю ночь. И на самом деле это самые вкусные вот эти остатки, потому что всегда на завтра салат оливье или селедка под шубой самые вкусные. Ну все, давайте смотреть, в чем я пошла на Новый год. Надеюсь, что вам понравится и будет интересно. Увидимся в следующем видео. Вас люблю, целую, бай-бай. Привет из Канады. Итак, девочки, big reveal, как это у нас называется, или показываю, в чем я, собственно говоря, решила пойти на Новый год. Многие из вас угадали, многие из вас мне посоветовали пойти в этом платье. Я принимаю, так сказать, приняла ваше предложение, тем более, что мне самой оно больше всего нравится. Мне показалось оно самым удобным, самым красивым. Единственное, что я поменяла сережки, надела вот такие вот, потому что я те такие слишком, ну, мне не очень будет удобно в них долгое время. И поменял сапоги, потому что сегодня такой обещали дождь вообще у нас, совсем никакого снега, а те у меня были из ткани ботфорта, а эти кожаные, поэтому как бы я решила, что лучше такой вариант. Сейчас вам покажу, что я надену сверху, сумку, в общем, весь комплект. А, ну вот еще надела, чтобы больше было блеску, шику, вот браслеты какие-то золотые, кольцо большое такое, в общем, ну так. Немножко поменяла свой образ, но добавила кое-чего. Такая вот у меня шуба, но опять же, у нас шубу носят, когда тепло, когда дождь. Длинная такая молочного цвета шуба, сумка, не совсем вечерняя, но вот как-то так она подходит к этому платью более или менее. И тапочки, вот эти самые тапочки, которые я надену, когда я сниму эти сапоги и буду ходить в тапочках, так что вот, тоже красивые, между прочим, с блестками, так что вот я останусь нарядной. Вот такой вот у меня костюм.